Итак, девочки, первый кадр. Ребята, жмем на красную кнопочку подписаться под видео и на колокольчик. Привет, друзья, Валеришка с вами. Салют, мои котята. Привет, привет, Анжелочка. Ой, Сим, привет. Привет, привет. Ну привет. Все, иди в свой уголочек. Друзья, у нас сегодня такая необычная серия, девчонки. Мы сегодня с Анжелочкой с вами будем по кадру угадывать мультфильм. Да. Сейчас есть такая очень популярная тема. Да, сможете ли вы отгадать принцессу? Да. Готовы проверить свои знания? Как вы знаете хорошо принцесс? Да, я хорошо знаю принцесс. Ну, мы это проверим. Проверим, девчонки. Анжелочка, просыпайся. Пойдем покупаемся, перекусим и пойдем играть. Да. Наша Анжелочка чистит зубки. Да. Сегодня мы передадим все, кто до этого написал, кого мы успели. А, ну что мы будем сегодня кушать? Кашку. Вы кашицу эти покушаете? И это. А сегодня приветы мы передаем Фанни Ченнел, Диане, Илоне, Сонечке, Алисе, Вере, Марии, Лиде. Аида получает все свои приветики. Да. Юля ждет приветик. Анфиса, Няша, Грета, Мелиса, Камила. Тебе тоже всем большие приветы. Викусе, Вике, Софии. Девчонки, вам огромные приветы летят. Маргарет, Светлане, Наталья. Да. Вы настроение будете поднимать? Да. Давай ее погладим, пусть она помурлычет, у нее что-то очень плохое настроение. Да. Вика и Эмма ждет приветик, Мария ждет привет и Виктория. Мы будем всем по именам передавать, девчонки. Потому что очень много накопилось приветиков, а у нашей Анжелочки уже настроение поднимается. Да. Ой, смотрите, какая она у нас сегодня красивая в гавайском наряде. Да. У нее уже, смотрите, такое прям летнее настроение. Чувствую, вскоре она у нас на море поедет, да? Да. Девчонки, вы хотите на море? Соскучились уже? Покупаться, чтобы солнышко было тепленькое. Да. Давайте тогда начинать. Итак, девочки, первый кадр. 10 секунд. 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Угадали? Да. Покажи. Смотрите, это была у нас Золушка. Вы угадали Золушку? Да. Помните, как наша Анжелочка перевоплощалась в Золушку? Да. Вот эта серия, вот такая она у нас была красивая Золушка. Да. И даже уже была и в платьях новых. Вот это у нас вторая серия с Золушкой выходила. Да. С Анжелочкой. Да. Переходите на название канала, нажимайте. Валеришка Сим. А там переходите во вкладочку «Видео» и можете найти все эти серии. Готовы к следующей угадывать? Я готова. Вот как вам этот кадр? Даю 10 секунд подумать. Ну что, догадались? Это была... Жасмин. Помните, мы в прошлой серии делали Жасмин? Да, наша Анжелочка уже была тоже в роли Жасмин. Да. Вот такая вот у нас была серия. Да. Тоже ее можно посмотреть. Ага. А теперь третий кадр. Обезьянка. Смотрим, как вам этот. Ну-ну-ну, кто отгадал? Догадались, какая это принцесса была? Я догадалась. Смотрим, девчонки. Это у нас... Быль, да, красавица и чудовище. Наша сейчас недавно вышла буквально серия, когда мы из Тома делали чудовище. А из Анжелочки красавица наша Быль. А у тебя была маска на лице? Да, у Тома была маска. И у тебя тоже. И у меня в этой серии была маска. Но эту серию просто нужно посмотреть. Вот так выглядит заставка к этому видео. Ну а мы с вами отправляемся смотреть следующий сюжет. Да. Смотрим. Даю вам 10 секунд подумать. Ну-ну-ну, кто угадал? Я угадала. Ты уже угадала? Да. Смотрим, девочки. Опа, это у нас была Белоснежка. Да. И 7 гномов рядом. И 7 гномов. Угадали? Да. А мы нашу Анжелочку уже делали тоже Белоснежкой. Да. Вот так выглядит заставочка к этому ролику. Да. Тоже можно ее посмотреть. А теперь следующая наша принцесса уже ждет. Так, смотрим на кусочек фрагмента. Ну как, это сложное для вас или я нет? Я догадалась, кто это.
Ты уже догадалась? О, какие вы быстрые! А ну смотрим, девчонки, угадали? Опа, это у нас Моана. Или еще называете вы ее Ваяна. А молодцы! Вот Мауи. Пишите, какие а вы отгадали, Мауи. Девчонки, в а комментариях. Вот ну что, а Моана у нас, кстати, уже тоже была Анджелой. Да. Помните эту серию? Мы еще новую игру с Моаной нашли, показывали вам. Вот так выглядит ее заставочка. Да. Смотрим следующую вот принцессу. Да, Мауи с ней стоит. Смотрим следующую. Ну как, это сложно для вас, девчонки? Я угадала уже кто. Тогда подожди, дай девчонкам всем подумать. Ну-ну-ну. Итак, это у нас была... Мерида. Это Мерида, конечно. Мы буквально ее вчера эту серию выпустили с Меридой. Да. Вот так выглядит заставочка да. на эту серию. Можно ее найти в нашей кладке видео. Давайте посмотрим следующую принцессу. Как вам? Если вам нравятся такие игры, да. пишите в комментариях. Может быть, у нас есть еще вариант по смайликам угадывать. Да. Мне это очень понравилось. Мне тоже. Давайте посмотрим следующую принцессу. Так, это у нас... Кто угадал уже? Ну, подожди, давай девочки подумают. Может быть, кому-то надо чуть больше времени. Ну что, отгадали? Да. Смотрим, это у нас была... Ариэль. Это русалочка наша Ариэль. Смотрите, какая она здесь красивая. Со своими друзьями. Да. А у нас с русалочкой тоже уже вышли много серий. Мы Анджелочку перевоплощали в такое зеленое платье красивое Ариэль одевали. Помните? Помню. Так, готовы следующую принцессу посмотреть? Нет, я готова. Давайте пока посмотрим. Итак, вот такой вам маленький кусочек совсем картинки. Я догадалась тоже. Сложно для вас, девчонки, или легко было эти легко. Угадывать? Ну давай, пусть сейчас все посмотрят внимательно. Готовы? Это у нас... Ну, кто отгадал? Я догадалась. Валеришка, кто это? Рапунцель. Да, девочки, это Рапунцель. А вот ее длинные волосы. Посмотри, конек Горбунева. Это ее конь красивый, да, в этом мультике принц. Да, еще ее хамелеон, смотрите, какой красивый. Зеленый. А наша Анджела была тоже уже Рапунцель. Да. Вы много раз спрашивали. Вот так выглядят обложки этих видео. Да, она была даже в новом платье. Она была в двух свадебных платьях. Вы сейчас как раз голосуйте, в каком платье ей красивее. Поэтому, да. кто еще не смотрел, приходите на строчку видео. Да. И там есть вот такая вот заставочка. Да. Мы отправляемся смотреть следующую принцессу. Я смотрю, вы так прям легко отгадываете. Может, вам посложнее надо было фрагменты найти, девчонки? Давайте смотреть. Итак, следующий фрагмент. Ну, тут совсем не знаю, отгадаете вы или нет. А? Я знаю. Ты уже отгадала? Да. Девчонки, вы отгадали? Что, уже показывать вам, да? Готовы? Да, я готова. Это у нас... Ну... Эльза. Ну, конечно же, это Эльза. Наша одна из самых тоже любимых принцесс. Да. И вот наша серия с Эльзой была у Анджелочки, когда мы ее перевоплощали. Ну что, вам понравились такие принцессы? Да, давайте проверим дальше. Тут еще осталось немножко. Готовы следующую? Да. Ну, это вам так уже совсем сложное. Оп! Ну, я вам тут такую задачу задала. Я уже знаю. Ну, пусть еще девчонки подумают немножко. Ну, как вам этот вариант? Я догадалась, кто это. Давайте смотреть. Это у нас была Маша. Маша, конечно. А вот ее рыбка. Она, конечно, не из принцесс, но куда же мы без нашей Машеньки? Угу. Девчонки, ну на сегодня мы говорим вам пока. Да. Пишите первые 5 самых да. активных наших подписчиц, кто оставит заявочки. Мы просто не успеем передать всем, только самым активным участницам будем передавать. До новых встреч, девчонки! Пока. До завтра! Это я, как ваши дела? Сим! О боже, ты так неожиданно появляешься. Мы уже с девчонками чуть-чуть попрощались. Ну давай, прощайся с девчонками. Друзья, говори всем пока, до новых встреч. Если что, я тут недалеко. А там на Ютубе. Какое мое видео ты хочешь посмотреть дальше?